Здравствуйте, мои дорогие. Вижу, вы потихонечку присоединяетесь. Здесь и в Инстаграм, и в Телеграм. Сейчас выставлю, чтобы вам было все видно. Так, в Ютубе, чтобы было видно по высоте. Сейчас немножечко еще подвину камеру. Вот. Так. Вот. Теперь, наверное, будет всем видно. Всегда рада вас приветствовать. Наташенька, здравствуйте. Да, здравствуйте всем. Викочка, здравствуй, моя дорогая. Виктория Данилова, производитель этих чудесных сумок. Контролер, как ты говоришь, я контролирую. Вот тут с нами представители итальянские фабрики. Не Вика, не владелец фабрики, а Вика Данилова, которую вы все знаете. Комплименты ей делаете. Здравствуйте, мои дорогие девочки. Вот, давайте мы с вами продолжим рассматривать вот эти сумки. Обещала вам сегодня обувь, но у нас тут помощник, который нам мог помочь, оператор, поскольку я не очень не специализируюсь, как снимать обувь на ногах без ног. Мы решили перенести это все на вторник. Вот, а с вами мы сегодня продолжим рассматривать сумки Марина Чемилана, чтобы нам посмотреть все модели, которые у нас есть. Я постараюсь сегодня успеть. Добрый вечер всем. Вот, ну и начинаем. Опять же, начинаю вот с этой сумочки, одной из самых ваших любимых моделей. Они были у нас, если вы помните, в синий электрик цвет и таупы цвет. Синий электрик, таупы все закончились. Кожи такой Вика не нашла, отшила нам вот эту сумочку в бордовом цвете. И дело не в самой коже, а дело в том, что это плечевой ремень. Он сделан в модной, скажем, тенденции, текстиль с кожей. И Вика пошутила, что нужно купить 1,5 километра вот этой ленты. Она говорит, ты продашь 1,5 километра сумок? Я говорю, наверное, боюсь, что нет. Поэтому 1,5 километра синей ленты и таупы не было. У нее была бордовая. Вот, и поэтому нам достались вот такие чудесные сумки. То есть у этой сумочки есть вот такая короткая ручка. Можно носить ее на плече. Можно носить ее на сгибе локтя. И можно, соответственно, носить ее на модном длинном плечевом ремне. Вот таким образом. Сейчас немножечко я чуть-чуть опущу, потому что там уже мне двигаться некуда. Штатив. Вот, то есть можно носить ее вот таким образом. Широкий длинный плечевой ремешок. И если вам нужно, то она прекрасно надевается через тело, как кроссбоди. И вот, соответственно, получается, что яркое вот это пятнышко, бордовое, вот, допустим, опять же, стандартная бело-черная гамма, и бордовый вот такой яркий акцент. Вот сегодня шутили, со многими разговаривали. Если одеть обычную футболку, обычные брюки, обычную, скажем, пальто, а хорошую сумку, на голове порядок и обувь, соответственно, уже весь ваш образ заиграет другими красками, другим, скажем, уровнем. И, соответственно, сумка, она меняет всю, скажем, стилистику и меняет весь ваш образ, делает его дорогим, изысканным. То есть сумка показатель. Футболки сейчас, что, скажем, брендовые, что обычные, если только качество хорошее, разницы не видно. Ну, а вот, допустим, сумка, она сразу декларирует статус, вкус и ваши предпочтения, настроение и все остальное. Веселое настроение сумочка. Допустим, яркое настроение какое-то, может быть, не очень веселое. Сумка классическая, черная, бежевая и так далее. У этой сумки, как всегда, уже вот сегодня приходят и говорят о сумке с Викиным карманом сзади. То есть, как всегда, сзади наружный карманчик. Очень удобное, интересное открывание. То есть, у нее здесь магнит. Вот он защелкивается. Кармашек для документов. Других отделов нет. Мягкая такая красивая форма. Вот такой мягкий бананчик. Сумка эта уже отшита, уже без скидок. Соответственно, сейчас все, что отшивается, мы делаем немножко ниже цену, чем, скажем, было бы на бутике. Вот такая сумка сейчас стоит 29 тысяч. Красивый вишневый цвет. Есть у меня такие ремни и есть остатки перчаток точно такого цвета, но маленьких размеров. Так, эту красавицу я вам показала. Так, теперь, наверное, вот эту линейку покажу вам серию. Буду немножко быстрее сегодня шевелиться. Сумок много, чтобы, может быть, уже эту марку закончить.
Так, теперь вот такие мягкие сумки. Ручка-цепочка. Они сюда протянуты в кожу. Видела Вики такая сумка серая, когда носится. Цепочка немножечко, скажем, проступает через кожу. Получается очень такая интересная фактура здесь. То есть видна цепочка, как бы краешек неровный, а такой ажурный. Соответственно, сумочка носится вот таким образом на плече. Другого ремешка у нее нет. Она имеет две разные формы. То есть есть вот она поменьше размером, практически квадратик. Сзади идет опять же кармашек. Сумочка закрывается на молнию. Очень удобная. Карман для документов внутри, других отделений нет. Вот, и соответственно сейчас я их примерю на себя. Немножко она прогибается, провисает. Вот малышка. Вот сумка, скажем, более вместительная, более длинная, низкая. Это сумка квадратик. То есть у кого какие есть предпочтения. Но и опять, как вы помните, все, что вытянуто вверх, оно немножко собирает фигуру. Все, что вытянуто в ширину, оно добавляет немного объема. То есть две вот такие замечательные сумочки, бордовые. Это сумки, опять же, сшитые для бутика. С большой-большой скидкой. Вот эта сумка со скидкой уже 50%, стоит 16 500 рублей. Тоже закрывается на молнию, внутри карман для документов. Эта сумка стоит 16 000 рублей. Кожа ягненка, люкс премиум, невероятно мягкая, легкая. Все, кто приходил, все, кто их берут в руки, удивляются, как сумка может не весить практически ничего. То есть она весит, ну, может быть, 200-300 грамм. И вот такие красавицы акцентные. Бордо. Есть такая сумочка у нас черная. И есть такая сумочка серая. Так. Вот вам классика жанра. Черный цвет. И вот немножечко поменьше. Вот опять-таки весна. Мимозы подарили. Дело к весне. Вот очень красивый такой светло-серый цвет. У этой сумки две отдельные ручки, то есть она надевается более длинная, легче надевается на плечо для любителей белого, черного, серого и т.д. И вот также сделана сумка черная, как и бордовая, более длинная для тех, кто любит, чтобы все вещи вы открывали, поскольку здесь есть молния, все вещи лежали, кошелек, телефоны на виду, кто любит, скажем, такие пропорции, более длинные. Вот эта сумочка более удобная. В черном цвете вот эта сумка стоит 20 тысяч. Черная, если бордовая, я говорила, 16 500, черная стоит 20 тысяч. В разное время мы ее получали, в разное время мне фабрика делала разные скидки. По-разному эти сумки продавались, поскольку здесь уже не изначальная цена со скидкой. На разные модели были разные скидки. И 29 400 серая. Ну, вот это была, видимо, совсем без скидки. Немножко я могу на нее сделать скидку. Если кому-то эта сумка понравилась, пишите запрос, я посмотрю, что могу вам сделать. Вот здесь на серой хорошо виден кармашек для документов, для мелочей. Вот поскольку все удобно, что у вас будут все вещи хорошо видны, лежать друг за дружкой. И необыкновенно мягкая кожа, приятная на ощупь. Где-то могут быть такие еще бесподкладочные перчатки серые. Я не уверена, были, все закончились тепленькие. Ну вот бесподкладочные еще где-то, может быть, несколько пар есть. Любимый кармашек. Вот, то есть на этой сумке могу немножко сделать скидку, поскольку она, видимо, пришла без скидок. И вот черная, пожалуйста, 20 тысяч. То есть это вот такие сумочки. И вот сейчас хочу показать вам еще одну сумку, которую вы не видели. Ее тогда показывали мы в эфире с фабрики, где скидки были совсем маленькие. Это сумка-образец. Она в единственном экземпляре. Я, к сожалению, принесла ее сегодня со склада. Откладывали для одной клиентки. Она ее для себя попросила, не забрала. Ждала-ждала ее эта сумка. Очень интересный дизайн, необычный. Делали ее как образец. То есть здесь вот по-другому немножко сделаны. Четкие такие уплотненные краешки. Четкие формы. Кожа ягненка. Кармашек. Здесь она закрывается на магнит. Вот он щелкает. Очень удобно, что все видно. Карман для документов, для телефона, для мелких предметов. И у этой сумки
Вот две такие ручки. То есть есть ручка вот носить на сгибе локтя, как короткая. Здесь четкие очертания, формы очень приятная кожа и более длинная ручка сделана вот таким образом. А это уже ручка и цепочка служит украшением. Здесь очень красивый цвет, такой бледно-бледно-серый. Невероятно мягкая кожа. Вот вы видите, она вся как атласная, она вся отражает свет. Марина Чимилана, добрый вечер, Света. Вы здороваетесь. И вот сумка вообще новая. Тогда Вика ее, помните, показывала. Мы делали отдельный эфир для того, чтобы были образцы с маленькой скидкой. Вот такая сумка. Я думаю, что она тоже где-то тысяч, наверное, 25-26 будет стоить. Нет ценника на ней, не знаю. И вот, пожалуйста, вот такая красавица есть у нас сейчас в наличии. Так, из мягких форм что хочу вам показать. Вот эти любимые вами всеми сумки. Вот это уже последние. Сумочка мягкая. Здесь вот у нее фурнитура как подковка. Держит ручку. Здесь кожа, вы сами видите, то есть самая мягчайшая, какая только может быть. Клапан закрывается на кнопочку. Карман для документов. Невероятно мягкая кожа. Карманчик сзади. Так, сейчас мы посмотрим цену вопроса, если помню, 26-20, я не помню точно, помню, что тысяч, наверное, 25-26 она стоила, нужно уточнить. В выходные дни очень много людей, когда продаем, продаем с ценником, приносим, забываем его прикрепить. То есть есть такая только в черном цвете, очень мягко ложится на плечо, на сгибе локтя. Вот как хорошо смотрится вся бело-черная гамма. Вот такая замечательная получается сумка. Мягчайшая, просто нежнейшая. Вот здесь антистресс. То есть касаться вот этой кожи невероятно приятно. И вес, я не знаю, ну 200-300 грамм. Вообще пушинка. Просто сумка-пушинка. И к ней есть из этой линейки ее собрать. Я каждый раз пытаюсь вам показать. Висят они там, забываю. Вот такие сумки размером побольше. Сейчас я все-таки немножко подвину, потому что не хватит нам, чтобы вам показать. Сейчас, секунду. Чуть-чуть зеркало отодвину. Подождите, мои дорогие. Не хватит мне расстояния, чтобы поместилось оно. То есть вот так надевается на плечо. Все, кто их покупал, это уже все последние. Все, кто покупал, остались очень довольны вот этими сумками. Вот они, пожалуйста, вытягивают тело. Сумка более длинная в высоту, чем в ширину. Невероятно мягкая, очень приятная. Вот такая красотка. Вот черный цвет. И вот универсальный цвет Таупы. Такую сумочку можно носить круглый год. Сделана она вот как бы два отделения у нее. Просто вот видите, сама кожа какая мягкая. Это кожа перчаточная. Любимый кармашек. Идеальный просто пошив, строчки. Все идеальные. Сумки премиальные. Карман для документов. Здесь и при наполнении сумки она расширяется, потому что у нее здесь есть запас хода. Сейчас мы посмотрим. Вот 25 тысяч стоит эта сумка, и столько же стоит черная, которую я вам сейчас показывала. Вот собрат этой сумочки вот такой. И вот она, пожалуйста, в черном цвете. Других сумок из такой кожи, из того, что я продаю, я вообще не видала. То есть бывает кожа люкс, но здесь кожа особенная. Вот, допустим, можно эту ручку вот так свернуть. И вот разница между ними. Вот сумочка поменьше для тех, кто не такого высокого роста. И для высоких, статных, или для тех, кто носит много вещей. Вот она полукруглая, вот она прямоугольная. 25 тысяч стоит и та, и та. Теперь, чтобы нам не забыть, это идет на свое место. Чтобы нам не забыть, это идет сюда. Так, теперь вот наступает весна, теплые деньки. Вот эта красота,
последняя сумка. Стоит она 32 тысячи, помню наизусть. Бахрома модная. Теперь уж все, и Шанель сделала бахрому, видела в бутике высокой моды. И выставляем вам. Вот такая красота. Бахрома Викина особенная. Сейчас покажу, чем. Эта сумка большая. Здесь у нее кармашки. Здесь карман. Точно такой же карман здесь. То есть карман из двух сторон. Сумка максимально удобная. Здесь это карман. Здесь это карман. Закрывается она на молнию. Это самый большой размер дефицитный, который хотели все. Молния. Карман для документов. Я не знаю, это может быть 100 грамм весит, может быть 200. Вообще нет веса. Опять же, кому вот эта ручка коротка, есть удлинители. И вот показываю вам бахрому, объясняла вам Виктория и я. Здесь бахрома двухсторонняя. То есть она одинаковая и с той стороны. Это не просто нарезанная кожа. Это кожа, склеенная между собой. Поэтому эта бахрома издает даже звук. Вот как помните, когда-то шторки были вот такие вот бамбуковые. То есть это не просто нарезанная кожа, у которой мездра с обратной стороны, и она такая, скажем, друг за друга цепляется. Эта бахрома вот просто играет. И, соответственно, для тех, кто высокий, можно удлинители. Вот вам новая стилистика. Модная, с бахромой. Вот такая большая сумочка. Кто ждал у меня, мои дорогие, вот эти сумки? Та самая большая стоит 32 тысячи. Есть вот сумки вот такие, скошенные. Вот мы делали тогда эфир из бутика. Тот же кармашек сзади. Сумка закрывается на молнию. Ручка только такая, кому нужна более длинная, есть удлинитель. Эта сумка стоит 22 тысячи. Круглая стоит 21 тысячу. Вот разница, например, между вот этой большой сумкой. Вот здесь хорошо видно, как играет эта бахрома. Есть у нас фотографии Вали. Не успеваю вам делать уже ни шорты, ничего. Хотя бы успеть все вам поотправлять. И вот универсальный цвет. Такой красивый, кофейный, который можно носить круглый год. И зимой, и летом. Вот такая асимметрия. И форма необычная. Бахрома вот она играет. И есть эти сумочки круглые. Кому что нравится. Сейчас покажу. И вот есть эти сумки вот такой формы. Кому не нравится, может быть, асимметрия. Вот так вот они надеваются на плечо. И вот видите, прям бахромушки играют. Забыла, как Виолетта их называла на выставке в Москве. Она называла как-то вот эти штучки. Может быть, вспомню, вам скажу на итальянском языке. Вот более светлый цвет, может быть, к лету. Вот более темный, черный. Но настолько здесь мягкая кожа, если нельзя сумку назвать зимней, потому что кожа просто невероятно мягкая, бархатная. И сумочка не смотрится тяжеловесной. Даже в черном цвете. Для лета, для байкерских курток и для, скажем, такой не тяжеловесной летней одежды. Так, следующее, что мы рассматриваем. Вот, наверное, наши любимые всеми рюкзаки. Зима у нас уже заканчивается. Ну, вот такой рюкзак, если вы видели, я видела и Dolce & Gabbana. Практически все бренды высокой моды сделали сейчас и обувь, и балетки, и кроссовки с отделкой мехом пони. Здесь универсальная сумочка. Это сумочка-рюкзак. У нее только кармашек отделан. И вот сейчас покажу. Это сумка Transformer. Может быть, лучше показать на черной. Давайте я соберу, наверное, черную вам. Здесь эта сумка имеет несколько возможностей для ношения. То есть вот так это получается обычная сумочка, которая носится вот так на сгибе локтя. Можно на плече. У нее есть сзади кармашек. Здесь кармашек действительно настоящий, не обманка. Сюда тоже можно что-то положить. Сумка украшена вот этой строчкой, вышивкой 8 уколов иглы.
закрывается на молнии, то есть все максимально удобно, все закрывается. И эта сумочка делается рюкзачком, очень красивым, и кроссбоди. Вот внутри у нее лежат лямочки. Сейчас покажу вам на черном, как это все трансформируется. Кармашек для документов внутри. И очень, скажем, удобная сумка. Можно одну сумку использовать для разных жизненных ситуаций. Вот смотрите, как красиво. Может быть, рыжий мне не очень хорошо. Вот все на мне бело-черное. То есть сумка, она становится более выразительной из-за вот этого вот кармашка с отделкой пони. Здесь очень дорогое пони, шелковистое. Не торчит ворс. Вика тогда объясняла, что стоит 120 евро только метр вот этого пони, потому что очень дорогостоящая выделка. Здравствуйте, мои дорогие. Вижу, вы здороваетесь со мной все. И сейчас я вам покажу, как сюда пристегиваются лямочки и как сумочка трансформируется. То есть таким образом модная вот эта форма, таким батончиком. Здесь хорошо видна вот эта контрастная строчка Марина Чемилана, одна ручка. Теперь можно носить ее как кроссбоди. Так, сейчас ручка пристегивается, длинная. Короткую, если хотите, можно снять. Хотите, можно оставить и ту. Ручка регулируется по длине. Сейчас, одну секунду, моя дорогая. Так. Вот. Здесь вот есть регулировка по длине. То есть ручку можно делать длиннее, короче. И вот таким образом вы получаете сумочку кроссбоди. Удобную для прогулок. Для, скажем, работы она достаточно вместительная, то есть сумка не маленькая. И из нее легким движением шорты превращаются в брюки, брюки превращаются в шорты, или же в дорогу, или же хочется просто немножечко поменять стилистику и образ и сделать такой необычный, оригинальный, модный рюкзачок с отделкой мехом пони премиального сегмента. То есть вот я расстегнула отсюда, я перестегнула лямочку, она была вот таким образом для кроссбоди. Я ее перестегиваю вот сюда на вот эти петельки, и получается вот такой классный рюкзак. Вика нам тогда показывала, всех это удивило, что сумка становится рюкзачком. То есть вот так, вот так. И вот вам, пожалуйста, рюкзак. Полноценный рюкзачок с лямками. Не вижу, там ровно, он неровно висит. Короткую ручку хотите оставить, хотите, можете снять. И можно носить этот рюкзачок ночью модным стилем. Хотите на одном плече, хотите на двух. То есть вот одна сумка. Можете менять свой образ в зависимости от ваших пожеланий. Кроссбоди, рюкзак или такая же. Или вот такая просто сумочка. То есть, может быть, это рюкзак, а может быть, это вот такая вот просто сумочка, даже в классике. Классическая сумка, брюком, костюм, ко всему. Стоит он, если не ошибаюсь, 24, что ли. Боюсь уже ошибиться. Сейчас вам скажу цену. Стелим, сейчас, секунду. Вот там такая ценник. Так, а здесь... Так, здесь написано 21 тысяча. Видимо, когда была скидка уже 50%, были они 24 тысячи. Здесь уже пришли, видимо, сумки с большей скидкой. Стоят они 21 тысячу. Вот такой замечательный рюкзак, сумочка, кроссбоди. Есть. И теперь у них есть просто кроссбоди в этой линейке. Вот такая интересная форма, каплемидная, немножко вот этой вышивки, клапан из вот этого шелковиста, скажем, такого бархатистого пони, просто как шелк вы рукой трогаете, механический замочек. Здесь кармашек для документов. Естественно, у сумки есть длинный плечевой ремень, карман сзади и есть короткая ручка. То есть, вот. Это видно даже по фактуре пони,
были сумки с распродажей, был более длинный ворс, не такая шелковистая. Здесь просто как шелк. Вот как шелковый ковер, очень красивая пони. И вот есть такая сумочка в акцентном рыжем цвете, универсальном. Вот сейчас мне присылали, вы спрашивали про сумки другой марки, очень много обуви присылаете вы мне вот такого цвета, спрашиваете просто, какой оттенок там лучше взять. То есть я понимаю, что сейчас коричнево-рыжая гамма, 25 500 эта сумка стоит. Я тоже немножко готова сделать скидку, потому что заканчивается у нас уже зимний сезон. Хотя я видела и показывала вам из порта Ротонда и порта Черва, что босоножки очень много из пони, балетки из пони. Но вместе с тем это все-таки такие сумки более, скажем, зимние. Вот, поэтому я готова немножко сделать скидку и, наверное, если кого-то заинтересовало, то сейчас, секунду. То есть, и вот таким образом. Ручка регулируемая, очень длинная, просто невероятно длинная. Вот мне пишет, я высокая, какую сумку мне, чтобы была длина, и еще пол ручки у меня остается. То есть мне будет, наверное, вот эта сумка вообще до колена, если я ее опущу ручку полностью. И они есть двух моделей, эти сумки. Я сейчас покажу вторую. Сейчас мне бы сообразить. Да, вот здесь модель одна и та же. Вот она рыженькая, вот она черная. Есть немножечко другая модель. Сейчас я вам ее покажу. Она более квадратная, более высокая. И здесь вот она более широкая. То есть, если эта сумочка лучше подходит как кроссбоди, потому что она здесь более плоская. Видите, вот эти красивые выточки. Она такая более обтекаемая для ношения, скажем, через тело, когда висит. Это уже сумка более вместительная за счет большей глубины. Здесь вот она такая широкая, здесь уже нет этих выточек. То есть здесь еще есть третье отделение, длинный плечевой ремень. То есть здесь еще и устройство лучше. Здесь третий отдел на молнии, кармашек для документов вот здесь. А здесь есть еще серединка на молнии, которая делит сумку на две части, поскольку у нее, видимо, достаточно глубины, чтобы сделать два отдела. Также длинный плечевой ремешок. И вот так она красиво смотрится, и вот так она красиво смотрится, и, соответственно, длинный плечевой ремень. То есть это вот такие сумочки с пони. Так, теперь вот сразу, чтобы мне не забыть, вот этот шопер. Опять же, невероятно легкий, удобный, практичный. Ручки регулируются длинные, здесь дырочки. Это не обманные дырочки, это действительно люверсы. То есть ручку можно выставить по длине и ту такую, как вам нравится. Прекрасное сочетание бежевого с цветом молочного шоколада. Сумка удобно сделана, потому что у нее здесь есть третий отдел на молнии, карман-разделитель. Большой карман для документов, удобный, который вот закрывается на всю сумку. И их два. То есть, несмотря на то, что здесь нет молнии сверху, здесь вот одно отделение прям для документов, вот глубоко меньше молнии. И здесь прям на всю сумку, на всю глубину. Вот уже кто покупал, и у Ирины такая сумка. Вот он глубокий-глубокий карман, как еще одно дополнительное отделение, которое разделяет, в смысле, на одной стенке, которое позволяет еще хранить какие-то необходимые вам нужные предметы. И вот когда вы сумочку эту надеваете, был яркий такой коричнево-оранжевый питомный цвет, красивые вот эти хвостики, они такие как бы немножечко как галстучком сделаны. Цена 26 400, легчайшая сумка, шопер. Вот кто спрашивает, шопер, ни стежки, ничего, классная, легкая, в дорогу. Вес грамм 300, не больше. Очень вместительная, удобно ручку опустили. Одна на плече, все у вас в доступности. Все достали, что нужно. Может быть, у кого-то ребенок, все это легкое. Бутылочку еду. 26 400, вот такая сумка. Так, из таких тоже больших вместительных показываю вам. Вот такая сумка, любимая вами всеми. Осталась только вот в таком цветит, скорее всего, это талпы.
не знаю, что за цвет, пернис. Скорее, это цвет капучино, кофе с молоком. Это большой, классный, стильный мешок с карманом большим на задней поверхности. Сумка закрывается полностью на молнии. То есть здесь вот отдел на молнии, карман для документов. Вот сегодня примеряли, говорили, что очень хорошо, если ходить, допустим, на шейпинг, в тренажерный зал, в бассейн. И, конечно, у этой модели вот красивая фурнитура. Здесь она такая очень интересная, вот капелька. Новый был логотип, это, наверное, в прошлом году Марина Чемилана. На ручках у многих сумок каплеобразная форма. И вот как она здорово смотрится. Веса не имеет, спортивная форма. Какие-то вещи, кто много носит, сюда, наверное, и документы поместятся. Стиль не совсем деловой, спортивный, но очень интересный крой. То есть вот так она красиво смотрится. Можно сзади носить эту штуку, можно носить впереди. Очень комфортная, удобная во всех отношениях. Большая сумка для тех, кто любит вот такие формы, кто много носит. 22 500 стоит вот этот большой мешок. Это у нас что? Тоже какой-то образец. Так, 19 тысяч. Сумка вся в заклепочках. Цвет, я не знаю, коричневый. Да, это образец. Единственная сумка, был образец. Цвет не написан. То есть, видимо, пытались, вот она вся вот так проклепана. Здесь по периметру. На бочках по периметру проклепана. Большой карман сзади на молнии. Сумка тоже закрывается на молнию. Карман для документов, мелких предметов. Не очень, скажем, такая плотная ручка. Но для сумки из кожи ягненка Напы невероятно легкая. Цена 19 тысяч. Для тех, кто, может быть, ходит заниматься спортом, танцами, еще чем-то. Сумка недорогая, из невероятно мягкой, приятная на ощупь кожи, достаточно вместительная и вот подойдет ко всей, скажем, такой спортивной одежде, потому что вся она проклепана по периметру. У этой сумки есть, скажем, собратья, которых вы очень много купили и любите. Я сейчас вам их покажу. Во-первых, конвертик вот остался только маленький, и к этому конвертику хочу показать вот такую большую сумку. Никак почему-то до нее не доходили руки. Вот он конверт. Вот как будто конверт, это кармашек от этой сумки. Вот видите, вот сумка с кармашком. И вот конверт как будто отдельно. Вот как бы на сумку надели вот такой конверт. Вот сейчас конвертик есть только маленький. Больших уже они были большего размера. Большего размера нет. Любимая всеми модель, продано их огромное количество, потому что, во-первых, сумка очень красивая, стильная. С ней можно пойти и в рестораны, и в театр, и в гости. У нее есть длинный плечевой ремень. Опять же, это просто релакс для ваших ручек. Запрятался тут мой браслет все время. Так, уже черных нет, браслеты. А, вот что хотела вам сказать. Забрала Ира сегодня сумку, забыла вам сказать в прошлый раз, но сейчас расскажу вам, что хотела сказать. Вот этот конвертик с кармашком, магнит. Чем удобен, что у него вообще два отделения. Есть цепочка, то есть две цепочки, 30 сантиметров 60, и между собой они соединяются. То есть получается, что или длинная ручка, или средняя, или короткая. Трансформер, кармашек для документов, кармашек сзади для телефонов. И вот, пожалуйста, хотите вот так, хотите вот так. Или же как клатч она носится, или же она носится как кроссбоди на длинной цепочке через тело. Конвертик этот стоит у нас 16 тысяч рублей. Это маленький размер. Он есть с серебром и золотом. Не уверена, на складе сегодня смотрела только золотом. Могу ошибаться, может быть, серебром уже нет. И вот из этой же линейки, тогда показывала Виолетта, такая большая классная сумка. То есть уже действительно достаточно вместительная. На широком длинном плечевом ремне, причем он регулируется, его можно сделать и совсем коротким, потому что он весь в дырочках. Можно носить как кроссбоди, можно носить на плече.
Сумка большая, веса не имеет вообще. Мягчайшая, нежнейшая кожа. Карман сзади для документов. Вот вам этот же конвертик. Это кармашек. Заклепочки. Здесь заклепочки все проклепано вручную. Сумка закрывается на молнии. Удобно, что все видно здесь. Карман большой вот для документов на молнии. Здесь, поскольку Виолетта ее для себя оставляла, здесь есть для компьютера кармашек. Это образец был из магазина. Так, вот он отделение для компьютера. Прям большой отдел, не кармана. Вот отдел для компьютера отдельно. На нем для телефона, для мелких предметов. Все эти сумки номерные. И сейчас посмотрю ценник. 22 500 рублей. Вот такая большая сумка. Из кожи ягненка Напы. И вот, соответственно... Легкая, мягкая, удобная и черный цвет, как раз вот к стилистике моей одежды. Здесь у меня молнии, здесь и вот кто любит такой стиль, он где-то спортивный, может быть спортшик, пожалуйста, вот эта сумка как нельзя лучше подойдет. Здесь как маленькое черное платье, просто роскошная кожа. Вот вы сами видите, здесь даже не надо ее трогать, здесь видно уже по внешнему виду, по фактуре, насколько красивая кожа на этой сумочке. Ну и, соответственно, нарисуем ценник. Так, девочки, если вы мне позволите, я хотя бы чуть-чуть удалю чайник, чтобы не зацепить. Пить прям тяжело разговаривать. Сейчас чуть-чуть попью водички. Посмотрите. Дальше я хотела показать, давайте вот эти мешочки я вам покажу. Два вот таких мешка, то есть уже здесь сумки повседневные, для повседневной носки. Вот он побольше. И вот он маленький. То есть вот такая красота. Вот малыш. Вот сумка большая. То есть вот мешочек маленький. Вот мешок. Достаточно большой, то есть кто носит много, высокий рост, кто носит мало, маленький рост. Здесь сделана вот эта однородная, скажем, мягкая кожа. И отделана она вот кожей с тиснением под крока. И что здесь оригинально в этой сумке, сейчас покажу. Сумка, опять же, все максимально удобное. У Вики всегда сумки только удобные. Молния. Карман на молнии, внутри карман для документов, все есть как всегда. Кармашки для мелочей и мелких для телефона. В мешках перегородки делают крайне редко. Здесь очень интересная регулировка ручки. То есть вот она расстегивается, перестегивается вот таким образом. Кнопочки вот так перестегиваются. И, соответственно, получается сумка для ношения на сгибе локтя. Можно и вот так ее носить. Можно носить как короткая ручка. И такой принцип и у большой, и у маленькой. Очень интересное вот это тиснение. Такой стильный крокодильчик. Сейчас покажу его поближе. То есть здесь застегиваете на кнопочки. Они получаются двойные. Все держит, потому что кнопок вот два. Здесь вот две. И здесь. И вот, соответственно, или вам нужна сумочка покороче, ручка, или вот, кто говорит, я не люблю мешки, я не высокого роста, пожалуйста, ручка становится короткой. И вот очень такая интересная фактура, вот у этого тиснения крока. Посмотрите, насколько идеально вот сделано, обработано вот этот краешек ручка. Логотип Марина Чемилана, я не знаю, ну, 100 грамм, наверное, не больше, вес у этой сумки. То есть абсолютно вот невесомая, легкая. Здесь кармашка маленькой нет. Есть только кармашек на задней поверхности, в большой. Цена вопроса у большой сумки 23 тысячи. Это все со скидками 50% и 19.
23 и 19. Большая и маленькая. Так, теперь сейчас я вам покажу вот эту линейку. В этой линейке у нас 3 сумки. Вот такая красивая акцентная сумка. Где наши цепочки, не знаю, все попрятали. Почему они висят на витрине, остается загадкой. В этой сумке есть длинный плечевой ремешок. Здесь она интересна своими ручками. То есть здесь такое какое-то тиснение, немножко как рогожка. Вот это нежнейшая кожа с тиснением. Все идеально обработано, ручка ровно-ровно, закрывается на молнию, внутри кармашек для документов. Сзади, на задней поверхности, вот даже сама раньше говорила, что редко в итальянских сумках делают карман. Но если это делает карман Марина Чемилана, Марина Криозони, здесь настолько тонкая работа, и этот карман, он абсолютно не портит сумку, потому что очень качественно сделано, все пошито. Длинный плечевой ремень длинный, он регулируется по длине. Можно, если кому-то прям короткий, еще вот эти удлинители цепочки, будет красиво. Сам еще ремень регулируется. И вот такая сумочка. Хотите, она будет у вас бордовая, акцентная, очень красивая. Можно ее надевать и как кроссбоди. Она удлиняется. Вот здесь еще у нее есть люфт. Если цепочка, она получается очень красивая, потому что более нежная, более изящная. Цена вопроса 24 500. И она есть в черном цвете, классика жанра, с серебристой фурнитурой. И вот такой винный цвет. Это цвет вино, не бордо вино. И есть вот винного цвета. Хотите акцент? Все сезонные. Лето, зима, осень. Или вот классический черный цвет. Опять же, вот эта красивая такая ручка. И, соответственно, черная 23 500. Это получается 24 500. Черная 23 500. К этой сумке сейчас я достану ваши любимые цепочки. Не знаю, получили 10 штук, ни одна красивая. Это у нас такой задний цвет. Есть это теперь средний размер. К этой сумке все с удовольствием. У нее есть такой же длинный свой плечевой ремень. Я сейчас вам покажу. Так. Так. То есть у этой сумки есть такой же бордовый длинный плечевой ремень. Если сумка повседневная, для повседневной носки, то есть у нее есть... Опять же, молния, кармашек сзади. Вот сегодня, наверное, уж порадуются мои завистники. Модель, цена, болтовни мало, хочется. Да, уже меня девочки копируют, мои коллеги. Так интересно было смотреть. Спасибо за информацию. Ой, господи, душевность, самое главное. Все можно показать. Из фабрики можно показать. И а-ля секси показать. Души нет в этом во всем. Любить надо просто то, что делаешь, а не зарабатывать деньги. Тогда оно все будет так получаться. Вот, есть, пожалуйста, ремешок можно удлинить, он будет пониже висеть. Опять же, вот эти красивые ручки вот таким образом опускаются. Дожились уже, говорят, копируют только то, что... популярное, то, что много продается, но раз меня копируют, это, наверное, мне только честь, хвала и достоинство. Вот такие эти красивые ручки. Видите, они сделаны, вот заклепочки вот эти, так здорово. Даже когда ручка опускается, посмотрите, какая получается красивая сумка, если вы надеваете на длинный плечевой ремень. И вот такую цепочку, ее все покупают, то есть можно снять вот этот свой длинный плечевой ремень, и сумка становится более нарядной, более гламурной. И вот не зря говорю вам про душевность. Правда, могу похвастаться. Я уж вчера тут наслушалась. И вот просто в пику моим недоброжелателям сейчас вот вам скажу. Вот так вот. То есть вот уже сумка стала более нарядной, более гламурной, с
такой золотой цепочкой. И, соответственно, можно просто ее носить вот так на ручке, и цепочка будет украшением. Цепочки золотых не было, вот она стоит 3900. И вот что хочу сказать, что вот вчера человек один звонил мне из Донецка и говорит, сидим в бомбоубежище, я одеваю наушники, и говорит, чтобы этого всего не слышать, я слушаю вас. И говорит, отвлекаюсь от всего, и мне, говорит, вот это все пережить легче. Вот как я не могу гордиться тем, что я для этого человека чувство страха и все вот это помогаю ему преодолеть. Другой человек мне написал вчера, почему я могу этим не гордиться, что у меня неизлечимо больной ребенок, спасибо, что вы мне помогаете мечтать. Потому что я душу в это все вкладываю, я все это сама прошла на своем пути, и я знаю, что я полезный человек и зачем я живу. Поэтому пусть хоть отпишутся эти люди, я знаю, что я приношу пользу своим трудом, своим творчеством, можно так сказать. И таких людей немало. Я столько вчера начиталась. Еще есть одна у нас покупательница. Там тоже такая трагическая ситуация. И тоже человек, как бы сказать, немножко отвлекается от всего благодаря моим эфирам. Да, я этим горжусь. Спасибо вам большое, что вы у меня есть. И вы помогаете мне жить. Я питаюсь этой энергией, а я помогаю вам жить. И я этим очень горжусь. Поэтому можно секси быть, можно с фабрик эфиры делать. Только нет вот того, почему люди смотрят в таких количествах мои эфиры. Вот так все красиво получается. Просто нужен такой жизненный опыт, чтобы это все пройти на своей шкуре, извините за выражение, прочувствовать. Тогда ты будешь чувствовать боль других людей, будет этот отзыв. И не просто зарабатывание денег, а просто ты вкладываешь душу и этим живешь. И понимаешь, что ты нужный человек. Поэтому пусть говорят про болтовню, еще про что-то. Собака лает, а караван идет. Мне просто смешно это читать все. Я понимаю, что там половина моих коллег меня комментирует. Ну, как говорили, если тебе плюют в спину, значит, ты становишься популярным. Спасибо вам, мои дорогие девочки. Сегодня мы преодолели рубеж 40 тысяч просмотров одного моего ролика. Спасибо вам от всей моей души, что вы у меня есть. 40 тысяч. Спасибо вам, дорогие мои. Так. Есть такая же сумка черная. А, это модель длинная. Сейчас я посмотрю, есть ли такая короткая. Маленькая я вам показала. Есть. Почему я могу этим не гордиться? Я этим очень горжусь, и я просто вам настолько благодарна. Даже не знаю, как вам выразить своими словами эту благодарность. Да, и стараюсь наряжаться, и стараюсь причесываться, чтобы вам как-то выразить мою благодарность. И стараюсь на 100% отрабатывать каждый свой кусочек хлеба. И вы меня радуете, вы все довольны, и сколько вы добрых слов мне пишете. Спасибо вам большое. Не успеваю, простите меня, не успеваю. Вы столько пишете мне добрых слов, правда, физически не успеваю под каждым комментарием написать хотя бы спасибо. Хвосты, я вчера до 5 часов утра сидела, до 5:30. Я вам всем ответила, все долги, которые после эфира протези, после сумок, я все убрала, то есть сегодня уже все новые комментарии. Простите меня, если я вам не отвечала, кто-то писал неделю, ответа нет, кто-то писал 5 дней, нет. Правда, я прошу прощения, но я все делаю практически сама, поэтому прошу вашего великодушного прощения. Хвостов больше нет, идем правильным путем, товарищи. Так, вот такая черная сумка, как бордовая. Здесь как раз-таки у нас есть вот такая цепочка. Мы на эту сумочку одели, я считаю, что идеально подходит. Посмотрите, какая красивая цепочка с логотипами Марина Криозони. Цепочка маленькая, сердечки. И вот как украшает эта цепочка вот эту сумку. Очень здорово, мне очень нравится. Спасибо вам, Олечка, большое. Спасибо, что есть такие люди, как вы. Спасибо что тем людям, которые мне пишут, что я для них значу. Действительно, что я своим трудом помогаю людям жить, помогаю отвлекаться от наших проблем. Да, я делаю то, что возможно. Вот в этой ситуации я делаю на 158% то, что я могу. И поэтому извиняюсь, если что-то у меня не получается быстро делать, но зато я делаю на совесть, без спешки, без торопяшки, зато все, практически все довольны тем, что вы получаете. Спасибо вам, что вы у меня есть. Так, продолжаем, цену не назвала, 24 500, вот такая сумка, цепочка в комплект не идет, карман молния, и могу вам предложить вот такой красивый вариант, цепочка съемная, она стоит 3500, ее можно носить, да, спасибо большое, к любым другим сумкам.
Практически я сегодня план выполнила. Сейчас вам покажу. Чуть-чуть я не успела. Так, где мы это взяли? Вот прям совсем чуть-чуть не успела. Сейчас я быстро, пока Николай дверь будет закрывать, покажу, что хотела показать. И практически все, наверное, на сегодня. И вот есть такая сумка для формата А4. Сюда помещается формат А4. Молния. 26500. Сумка складывается пополам, и длинный плечевой ремень, она носится как кроссбоди, уже не буду пристегивать ремешок, носится вот так, как кроссбоди, то есть складывается пополам из большой сумки, как говорил господин Абрам, а погулять. То есть вот сумочка становится а погулять. Что хотела показать, вот, чего не успела, чуть-чуть совсем. Вот смотрите, вот эта красотка, и у меня есть вот такой замечательный комплект. Вот есть такая сумка. И есть точно такой же ремень к этой сумке. И сумка уникального цвета. Ремень стоит 3800. Он сзади вот с резинкой. Вот в прошлый раз я была в таком черном ремне. Это вот зеленый. И вот такая красотка сумка из кожи ягненка. Это одна уникальная такого цвета. Вот так она расстегивается на магнитах. Все видно, все удобно. Карман для документов. Цена 23 тысячи. Ручка только такая. Опять же, есть вот эти цепочки, что я вам крупные показывала в металле. Если вы хотите просто это как украшение, цепочка будет из белого металла, вот как и здесь, из никеля. Эта цепочка будет у вас красивой никелевой ручкой. Так, есть она вот в таком исполнении ремень. Сейчас положу. Так, есть она вот такая из лазерной замши. Большая, более нарядная, опять же, можно такую же цепочку. И есть вот такие две маленькие сумочки. Вот показываю разницу. Вот опять вы мне присылаете сапоги, что вот у многих сейчас замши и сапоги рыжие. Вот такая вот красота для замшевых рыжих сапог. Вот так открывается и вот так закрывается. Малышка стоит 20500. Большая сумка, наверное, 22000. Так, вот мы план практически с вами выполнили. Может быть, одну-две сумки не успела показать. Вот эти, наверное, не успела показать. Вот ваши любимые рыжие сумки, большая, маленькая. Просим прям Николая одну минутку. Вот такая красота. Вот она большая, вышивка сделана Марина Чемилана. Вот также вот сделаны цепочки здесь, кармашки, молния. Николай, прям одну минуточку, ладно? Вот прям одну сумку, чтобы уж... Мне все допоказывать людям прям ровно одну минуту. Маленькая и большая. Так, сейчас скажу. 18 тысяч меньше размер. И вот чуть-чуть бы нам пока тут все переставила, разобрала. Так, ну, я думаю, что где-то, наверное, 20-21 тысяча большого размера. Так, это вот я вам все показала. И вот... Что не показала вчера, показывала, не помню, рыжую сумку, красные стеганые, вот такая ярко-рыжая под ваши сапоги. И вот две вот эти красотки, маленькие, вот только вам не успела показать, все плачики, маленькую сумку. И вот так, вот они, семейство. Уже яблочек нет, но есть вот такой красивый цвет вместо яблочек. Вот такой вот мешочек, кисетик, и вот яблочко есть вот такое красивое. Посмотрите, какая красота. Чтобы нас не ругали. Так, 16 тысяч. Вот это зеленое яблочко с оранжевым. И скажу, сколько стоит кожа. Господи, вообще просто бархатная. И 18 тысяч стоит вот эта сумочка побольше. К сапогам к вашим просто вот супер. Вот такой ярко-рыжий цвет. 16 и 18. Все, мои дорогие. Все вам показала. Малышка театральная, только не показала все остальное. И вот, кстати, яблочко. Есть вот такие более маленькие сумочки. Вот они черные и вот такая пудровая. Вот такие браслеты есть. Прям точно такой браслет есть, как эта сумочка, если еще остались. Вот что хотела сказать сразу всем. По поводу вот этих сумок с бамбуковыми ручками, которые я показывала на заставке в прошлый раз. Вика их отдала в работу, мы посчитаем минимально возможную цену. Кто спрашивает, сумки вот этой бежевой с бамбуковыми ручками нет,
Она их отдала в работу. Я думаю, что через месяц, через 3 недели эти сумки придут. Мы посчитаем, цена там не будет со скидкой, но мы посчитали, где-то около 30 тысяч это будет сумка стоить. Сейчас она стоила 25-26. Ну, не знаю, какая дорога, лот 30. И будет черная и бежевая. Так что, кому надо, бронируйте, заказывайте. И вот вам ходить в театр. Если не ошибаюсь, они были по 10 тысяч. Вот такая красота к вашим сапогам. На вот этой веселой театральной радужной ноте я хочу с вами попрощаться. Очень бы мне хотелось, чтобы у меня было время ходить в театр. Вот у меня уже остальная задача, чтобы мне ходить в театр, в кино, видеть собственных детей. Не только работа, чего и вам очень желаю. Целую вас, обнимаю. Спасибо, что вы у меня есть. Я просто сама не ожидала. Батюшки мои, 40 тысяч человек. Один мой ролик, девочки. От всей моей души. Вот спасибо вам, просто вам земной поклон. До свидания, до вторника. Попробуем показать вам обувь с оператором. Все. Так. Завершить и тут.